И всем привет! Продолжаем выживать Project Zomboid тестовой ветки. Добрался я на базу к нам. Переночевал уже тут. Сейчас вот покушаем. В планах сегодня пойти и сделать грядки. Начать уже фермерством заниматься. Вот, кстати, я воды набрал. Сейчас перетяну все это в рюкзак. Где-то тут я открывал еду, надо заточить. Давай, половину съешь. Ну и начнем фермерством заниматься. Книжку я уже прочитал. Так что опыт будет нормально идти. Где-то тут еще должна быть лейка. Где она? Ведро с водой, лейка. Окей, а почему лейка без воды? Вот, давай в лейку набирай. Пока еще воду не отключили, свет тоже. Так что будем отсюда воду набирать. Потом уже, ну, будем, во-первых, делать для сбора воды бочки. Во-вторых, тут не так далеко, в принципе, и озеро есть. Можно будет гонять на озеро. Что-то я еще читал по поводу того, что на ферме типа колодец есть, на северной ферме. Так вот, у нас северная ферма, но никаких колодцев я тут что-то не нашел. Если кто знает, напишите, где тут в округе есть колодец. Если он, конечно, ближе, чем само озеро, потому что... И еще интересный вопрос тогда такой. Если колодец, из него можно воду что-нибудь кипятить тогда? Ну, это, наверное, вряд ли. Слишком бы было просто селить возле колодца и все. А, значит, что мы берем лопату в руки? Лопата, либо садовый совок. Что взять? Ну, наверное, лопата все-таки. Более приспособлена, наверное, для копки. Давай возьмем в обе руки. Тут, кстати, на ферме ведь есть место для того, чтобы выращивать растения, еду. Кстати, даже и грядки есть. Слушай, так может копать не надо. Просто сажай себе, да и все. Еще посмотрим. Копать. А может и надо копать. Все это... Ладно, я еще попробую. А где у нас семена? Что посадим? Давай капусту посадим. Вынуть семена штуку. Вот у нас семена капусты. Не, наверное, копать все-таки надо. Куда начнем? Без разницы. Все, выкопали. Теперь собирательство. Нет, собирательством не надо. Вот, да, теперь посеять семена есть. То есть вот эти вот... места, они все-таки не готовы еще под то, чтобы мы там сеяли семена. Давай, продолжаем, в общем, копать. Кстати, зря я отменил. Сразу надо выкопать побольше. Будем питаться капустой. Надеюсь, то, что он ходит по этим грядкам, это ничего. Сколько, кстати, он семян расходует? 5 штук. Тут мы 3-4. Ну, 5, я думаю, и хватит. Для начала. Посмотрим вообще, как она быстро, не быстро растет. Как бы я раньше не занимался этим. Интересно. Знаю, что там могут посадки эти заболеть. Там их поливать, конечно же, надо. Не просто так. Не, копать не надо. Давай-ка лучше отмена копать. Семена, капуста. 5 на 5, 25. Значит, у нас еще 25 зерен должно остаться. Или все засадить. Наверное, давайте все засажу. На крайняк есть еще куча семян. Ну, то есть две пачки еще дополнительно капусты есть.
Так что давайте уже такую грядку нормальную зафигачим. Еще 5 штук. Нет, сюда не надо. Там мы что-нибудь другое посадим. Конечно, это, возможно, много. Я тут купаю всего. Нам одним столько не съесть. Хотя, с другой стороны, поставим генератор, поставим... холодильник будет, когда закончится свет. Работать через генератор. Так что, может, нормально. Будет все. Сейчас у нас что? 7-й месяц. Уже, правда, заканчивается 7-й месяц. То есть еще 1 месяц остался. Даже и не знаю, сколько вообще капуста это растет. По идее, она 2 месяца, может, растет. Должны, наверное, урожай собрать. Сколько ее, интересно, вообще может вырасти с грядки. 5 зерен, что 5 починов капусты. Все, значит, капусту мы полностью посадили. Боль. Но боль это из-за того, что персонаж фитнесом занимался перед сном. Так как он уже начинает что-то толстеть. Ну, сказывается неправильный образ жизни. Да, там мы чипсиками всякими питались. А пора уже задуматься о том, чтобы начать худеть. Пока еще 92 в плюс, уже на 2 килограмма разжирели. Боль. Ну, это боль, да, как я говорил, фитнеса. Проголодался, что-то он захавал сардиной, не хватило ему. Червя не хочет заточить. Наверное, не очень полезная еда. 7 штук червей. Они вообще сдохнут, не сдохнут. Если я их просто выкину на землю, к примеру. Не знаю, положу в ящик. Капуста, кстати, а может написано... Нет, тут ничего не написано. Картофель, клубника. Ну, клубника, по идее, вообще быстро должна расти. Распакую и тоже посажу тогда. Нестерпимая боль. Ну, очень-очень больно. Усталость, усталость. Здоровье как-то я не вижу. Наверное, нормально, не падает. Значит, копаем тогда еще тут грядочек. Не знаю, можно ходить, не можно по этим грядкам. Поэтому сделаю на всякий случай по небольшое расстояние. Сколько у нас, кстати, семян открылось? 50 с пачки. А, мы еще не открыли. Давай, открываем. Да, 50 тоже штук. Тоже засадим все. Все 10 грядок сделаем. Ну и, наверное, на первое время хватит. На первый сезон. Так как неизвестно вообще, сколько вырастет. Вырастет ли вообще. Может, не хватит времени. Мы насадим сейчас целый огород. Мы не сможем за этим не ухаживать. Ни, ничего. А сколько уже? 6, 7, 8, 9... 10. Заодно тут на грядках может и худеть начнет. Закидываем семена клубники. У нас сегодня такая серия огородника. Еще у меня в планах было пойти сейчас деревья порубить. Но не знаю, как из-за этой боли. Может, кстати, у нас обезболивающие есть, да. Давай, захавай. Может, немного полегче станет. Пока нестерпимая боль. Ну, может, начнет пропадать со временем. Даже надо еще все, получается, не забывать поливать. Наверное, каждый день надо смотреть. Да и после того, как мы посадили, наверное, надо полить.
Сейчас досадим и проверим. Проголодался, но пока потерпи. Значит, информация. Саженец клубники. Фаза роста неизвестна. Неизвестно. Солнце есть. Удобрение 0. Здоровье нормальное, болезнь нету. А уровень, вот, полива пересохшая. Значит, давай поливаем. Полить. А фляга. Ну, хорошо, давай с фляги. Какая разница. До конца 50. То есть мы целую флягу. Фляги вроде там литр или два вмещается. Уровень все равно иссохшая. Давай еще. Поливай. О, хорошо полито. Надо... сколько? Фляга с водой. Да, наверное, литра два вмещается в этой фляге. Плюс еще литр в бутылке. То есть 3 литра, наверное, на одну грядку. Не слабо, не слабо. Значит, берем в руки тогда ведро с водой. Перегруз небольшой. Ну и начинаем поливать. Вот сотку надо залить туда, чтобы все было нормально. Вот, хорошо полито. Значит, сотка нужна воды, а сотка воды это... Это почти целое ведро, офигеть. Нам что тут, 10 ведер надо будет зарасходовать. Лейка 4. Сколько в ведре было? В лейке 4 вес. Значит, наверное, 4 литра там. А в ведре у нас было... Пока непонятно, сколько там было. Здесь мы полили, здесь не полили. До конца 80. Того у нас в лейке осталось. Вот лейка более выгодно поливать. Значит, половина лейки ушло на одну грядку. Полил я, значит, все эти грядочки. Что-то даже подустал. Уже 8-9 вечера. Персонаж уже хочет спать. Да. Нелегкое дело, видимо, будет фермерство. Наверное, ходок 5 я сделал, чтобы лейкой полить это все. А при том, что прямо тут вот рядом у нас нету никакого водоема. С гидрокрафтом, по-моему, можно выкопать свое озеро. Ну, в любом случае, мы будем делать еще бочки для сбора дождевой воды. Тут дождь довольно часто идет. Я потом еще посмотрю, сколько будет этих бочек хватать на грядок, сколько. Ну и постараемся побольше их сделать, дабы не таскать с озера воду, потому что это будет очень долго. Так, значит, сейчас будем заниматься тем, что рубить лес. Давай. Срубить дерево. Стоп, стоп, не-не-не. Давай-ка молча возьмем топорик другой. Мы возьмем топор именно для рубки деревьев. Где-то я его здесь... Не помню, здесь, не здесь, но где-то, в общем, спрятал. Здесь нету... Пила. Пила для распиловки. Но, в любом случае, нам нужен именно топор. Вот, топор для рубки деревьев. А, бери в обе руки. Отлично. Думаю, он должен намного... дольше прожить, потому что пожарным топором все-таки, наверное, лучше зомби рубить. Давай, руби. Пить хочет. Ну, сейчас пойдем попьем. Я просто все шмотки выложил. И портфель, там, и флягу. Дабы меньше персонажа нагружать. В то время, когда он носил воду для полива. Ну и по итогу получается у нас 20 грядок. То есть если с грядки с одной вырастет, не знаю, 5 овощей. Ну там клубники, 5 капусты. Как бы посадили семян. Это будет весьма неплохо, я думаю.
Чрезмерное напряжение у него уже. Надо передохнуть. Сейчас это дерево дорубим еще. Истощение. Все, значит, сейчас пойдем водичку попьем. Отдохнем, вернее, как отдохнем? Сразу уже спать пойдем. А топор, значит, отлично, пока не ломается. Возьмем, где тут наша фляга. Вот она. А топор обычный можно пока тоже сюда же кинуть, чтобы он место не занимал в инвентаре. Персонаж будет меньше уставать заодно. Мы сейчас пойдем поспим, поедим. Поедим, поспим в таком порядке. Началось. Ну чё вы тут стреляете? Не надо тут стрелять никуда. Без вас пока хватает дел. Возьмем, пожалуй, мясца, наверное. Давай, открываем. Оно весьма калорийное. Ну и опять-таки, из-за того, что у нас тут стоит мод Гидрокрафт, можно будет заниматься охотой, ну и не только охотой. Сытно поел. Ну, поел, да и поел. А истощение, так что сейчас, наверное, заниматься фитнесом я не буду. Как у нас, кстати, с весом? Пока еще растет. Пока растет, значит, посмотрим сейчас после сна, как дела будут обстоять. Давай, спим. Так что сегодняшняя серия, такая серия, сидим дома, занимаемся всякими полезными делами. Лута мы натянули, правда, конечно, еще можно еще натянуть, не проблема. Проблема только в том, что придется уже в город ехать, потому что тут, что мы ездили, там где заправки, вот эти небольшие стоянки, городки, это все мы залутали уже там. Соответственно, либо дальше ехать, либо возвращаться в Малдор. Ну а в Малдоре, как вы понимаете, довольно много зомби, это весьма опасно. Продолжаем рубить деревья. Буду ли я строить забор, даже не знаю. Может и не буду. А может и буду. Раньше, я помню, забор не ломали зомбаки. Сейчас они уже его ломают. Давай сразу будем и отдыхать заодно. Я думаю, так можно будет. Так можно будет заодно и топор сберечь. Так как когда персонаж устает, соответственно, ему надо больше усилий прикладывать. И надо, наверное, я не помню, все ли мы окна заделали, забаррикадировали или нет. Все, опять устал, сейчас пойдем возьмем молоток. А пилу еще надо взять. Пила, пила, вот здесь все это было дело. Давай сразу отдохни. Давай полностью все отдохнет. А здесь, значит, берем пилу. Берем молоток. И берем... Так, гвозди вроде были. Да, гвозди у нас есть. А сюда мы обратно вернем. Сюда топор не влезет, а здесь сюда. Сюда не влезет. Вот, здесь мы его, возможно, кстати, и брали. Давай, топор. Иди сюда. Проголодался. Пока легкий голод. Кстати, что у нас по весу? Жиреет пока что персонаж, несмотря на все наши усилия. Надо ему больше заниматься. Флягу с водой давай набирай. Что-нибудь можно захавать, только такого легенького. Что можно легенького затащить? К примеру, консервированные сардины. Калориям немного.
Значит, окна. Ну, здесь все забаррикадировано. Две доски, в принципе, вполне хватает. Больше нет смысла особо. Здесь две, здесь две. А вот здесь... А, вот здесь нету, кстати. Надо сделать. Только сначала давайте перекусим. Немножко. Давай, половину заточи. Как бы я просчитал, что чем чаще мы будем персонажа кормить, соответственно, он будет больше, меньше съедать. Как бы это странно не звучало. Ему надо будет меньше просто есть. И, соответственно, меньше калорий будет съедать. Баррикадировать. Почему я не могу... А, нет, подожди, молоток есть. Давай в основную руку бери. А, нам нужны эти доски, точно, что-то я затупил. Пошли за досками. Так что будем стараться, чтобы голод не опускался ниже, чем проголодался. Может, таким образом это будет лучше влиять на персонажа, в плане того, что он будет худеть. Возьмем две штуки. Взять штуку. Давай еще одну. Не по 3 килограмма. Вот небольшой перевес, ничего страшного. Ну, получается, что у нас только одно окно это было, и все. Меня уже дико напрягает сейчас курево. Наверное, следующий персонаж, который будет, я курево брать не буду. Пока дефицита с зажигалками и спичками нету. Но этот дефицит, я думаю, может настать. Сколько? Один раз покурили. Ну, чуть-чуть тратится. Даже не знаю, сколько раз нужно зажигалку использовать на курево. 10, может, больше раз. А курит он по 2 раза на день где-то примерно. С сигаретами проблем нету. Но главное, чтобы проблем не было именно с зажигалками, спичками. Нет, стоп, 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 ты что творишь? Не убрать, а давай еще одну поставь. Вот примерно как-то так. Забаррикадировались. Кстати, нам надо сейчас будет прокачать. Вот фермерс прокачал. Давайте посмотрим, кстати, сколько оно нам дало. Нисколько. Это значит, что то, что фермерство прокачается именно, когда мы соберем урожай. Строительство потиху вкачалось, но я книжки не читал. Надо почитать. Значит, что мы теперь... Надо опять немного перекусить, он проголодался. Мясо, давай четверть съешь. Я там, кстати, сардин открывал, да? Он еще мясо не доел. Отлично. Не будем стараться, чтобы не появился сытость. Может, так тоже будет полезно. Значит, сейчас прокачаем собирательство, давайте. Наживка для рыбы, животные. Да пускай все собирает. Все, сейчас ресурсы закончатся уже по нулям. Кстати, он вкачал по ходу собирательства тоже, да? Посмотрим. Грязный бинт. Надо бинтик поменять. Да я бегал, тут носился с лейкой. Персонаж упал и поцарапался. Руку поцарапал, но, как видите, уже все прошло. Зажило, как на собаке. Значит, собирательство, да, на единичку вкачалось уже. Отлично. Что мы там нарыли? Я вот не помню, журнал я читал, не читал по собирательству. Листья дуба. Ягодки. Неизвестные пока что ягоды. Даже не знаю. Ну, красные ягодки, насколько я помню, можно есть. Желтые вроде как опасные. Вот они точно... Я не помню, точно читал, не читал. А, черви у нас еще тут остались. Если я их выброшу, они не уползут. Журнал где-то у нас был.
по собирать, ну не собирательство, по именно травник или как там называется. Я не помню, я его читал, не читал. Сейчас надо посмотреть. Хотя вот недавно только комнату эту открыл. Оказывается, она была. У нас есть мешок гравия и поддон стальных труб. С самого начала как-то не заметил. Что-то тут мне какие-то звуки. Кажется, как будто где-то зомби пришел. Сейчас посмотрим журнал. Поваренок. И пойдем поищем. Может, зомби пришел. Здесь нету. Здесь семена у нас. Учебники. Ну, рыбалкой будем тоже заниматься потом, я думаю. Нужно будет на озеро сходить. Я не знаю, где тут мы удочку подбирали, не подбирали. Вот, травник. Не читали, отлично. Давай, читай. Может, сейчас нам станет известно что-нибудь. Потому что книгу я помню... ну, может, не травник называется, как-то по-другому. Книгу я читал, а вот журнал нет. Все, прочитали журнальчик. Ну, я обратно сюда же положу его. Что у нас с ягодами теперь стало? Вот, отлично, ягода свежая. Теперь мы можем, в принципе, питаться ягодами. Что мы и сделаем. Давай, съешь ягодку одну. Хорошая еда. Все, пропал голод. Пойдем посмотрим. Что-то мне не нравится какой-то звук. Как будто он где-то застрял тут. Либо мне просто показалось. Ну тут в округе никого нет. Что-то... А, это кий валяется. Так, ну нету. Ничего тут, никого. Я не помню, я в курятник ходил, не ходил, на посмотреть. Сачок тут у нас, наверное, ходил. Интересно, если вы его перетянуть, у него вода будет набираться или нет? Ну, с моим навыком, наверное, если я попробую перетянуть... Может сломаться, но даже перетянуть не могу. Ягодку опять одну давай точи. Опять проголодался. Что-то какая-то ошибочка всплыла только что и заметил внизу, когда я захавал ягодку. А, вот, кстати, ягода такая беленькая. Но мы ведь журнал прочитали травника. Я думаю, нормально можно точить ее. Думаю, было бы написано, что она ядовитая. Так как это не просто неизвестная ягода, а именно съедобная, нормальная. Итак, теперь что мы можем тут еще полезным на базе сделать? Я хочу сбегать посмотреть на озеро. Но сначала лучше с собой возьму топорик. Смотреть на озеро. Насколько она далеко вообще? Лопата. Вот, пожарный топор. Бери в обе руки. Отлично. А что с показанием, кстати? Информация. Вес пока еще растет. Любимое оружие, пожарный топор. 297 зомбаки. Зомбаков убито. Конечно, большую часть с помощью машины мы... Но и ручками тоже нормально зарубили. 20 дней прожито. Ну, пока это не сложно, потому что, опять-таки, электричество есть, вода есть, пока еще не отключили. Ну и сложность выживания. Следующий вариант, наверное, когда следующий старт, думаю, ставить пора будет уже апокалипсис. Потихо привыкаем к этому всему. Ну и сразу ставить, чтобы не было света, не было электричества. Неприятно ему жарко. Но свитер я, кстати, снял. Давайте заточим ягоду, что ли. Надеюсь, мне травится. Будем доверять журналу «Травник».
Ого, голод минус 10. Ничего себе. Хорошая ягодка. Значит, озеро где-то... так. Где-то оно должно быть недалеко, по идее. Давайте легкой пробежечкой такой поищем. Пробираемся дальше. Тут немного пришлось отвлечься. Так, значит... где-то... опа, дорожка. А, вон там был проход. Можно было спокойно туда идти. Давайте пойдем по дороге. Что-то из лесу не хочется вылазить. Но эта дорога как раз-таки в нашу, нашу сторону, где наша ферма. Перчатки, кстати, у меня порвались. Надо бы новые найти. Возможно, кстати, из зомбаков они выпадут. Паузу. Ну, сейчас как раз таки разберемся с зомбаками, которые... опа, опа, тихо, 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 тихо. Что тут сразу два выползло. Сзади самого шустрого. Опа, беги, беги, беги. А чё у вас-то много тут повылазило? Мне это не нравится. Давай, отойдем. Три раза и все. Что-то и тут набежало. То не было, а тут нам получи. Распишись. Значит, у кого-то тут я видел ножик охотничий, подберем. Может бы еще и перчаточки найти. Было бы весьма неплохо. Но больше никто не лезет. Шмотки уже вообще такие грязные. Я сначала каждый день мыл, потом решил, то в принципе, наверное, это особо ни на что не влияет. Но, наверное, влияет, если, например, нас поцарапает, либо укусит. Возможно, шанс увеличивается заразиться, если шмотки грязные. Но если нас поцарапает или укусит, то, в принципе, тут уже без вариантов почти. Если наш либо переживет это, либо нет. Но в лесу опасно тут что-то ходить. Они вылазят со всех сторон. В городе хотя бы мы видели, кто мог подойти со стороны. А здесь ничего не видно. Они просто вылазят из лесу. Они могут нас... зажать, сожрать. Что тут у вас есть? Ничего полезного. Что-то нету зажигалок, ни этих спичек. Про что я и говорил, что могут закончиться. Ну, кстати, что удивительно, секрет я тоже пока не нашел. На трупаках. Какие-то пока не курящие зомби попадаются. С первого раза. Отлично. Пацаны был какой-то. Со второго раза. Значит, что у вас тут есть? Духи. Носочки. Ну так, значит, первую часть серии, да большую часть, занимались огородами и прочим. А сейчас решили немножко размяться перед сном. Что у нас, кстати, с весом? Вес 93 и увеличивается. Это не радует. Вот, мы дошли до озера. Но, правда, небольшое. Но какое есть. Значит, сейчас тут, я надеюсь, из лесу сзади со спины никто не залезет. Мы с этими двумя расправимся. И потом еще там один остался. А, не вылезут. Вот он. Из лесу как раз недогребник вылез. Что у нас с топором? А, древесная ветвь у нас есть тут в рюкзаке. Топор, кстати говоря, ну, уже не совсем свеж.
тут на месте не постоишь. Они могут со спины отойти. Тихо-тихо, не кусайся. Не надо. Так, вот их трое сейчас. Надо бы, чтобы хотя бы одного грохнуть. Сына, кстати, покурить уже надо. Тревога. Пока не получается, чтобы они отстали. О, отлично. Отлично, с одним разобрались. Вторым. Опасный лес. Нож для конвертов, серьги, кроссовки. Электроника я тоже пока не качал, так что разбирать, наверное, смысла собирать с этим нету. Часы и прочее. Они довольно часто и так встречаются. Продолжаем путь свой на озеро. Там, возможно, парочка зомби еще осталась. Ну, заодно мы лес проредим от зомби. Тоже хорошо. Если будут где-то выстрелы, крики, ну и прочее, они не будут на нашу ферму стаскиваться. Где-то здесь, наверное, где-то еще стоит. Либо в лес убежал. Какая-то очень странная текстурка воды. Светящаяся. По-моему, она раньше была другая. Я бы не сказал, что она супер реалистична. Озеро такое неплохое. В принципе. Что по расстоянию? Давайте назад побежим на ферму. Сколько примерно надо времени потратить, чтобы такой легким бегом добежать. Сына ж, правда, достает, ничего страшного. Заодно перед сном он калории сожжет. Потому что он до сих пор еще толстеет. Уже хватит, остановись, мы ведь тебя чипсами не кормим. Всем остальным только консервы питательные. Мясо, мясо ведь диетическое блюдо. Никакие там макарошки, кашки он не ест. Должен худеть. Но не близко, я бы сказал. Через лес ходить смысла нету. Не то, что смысла нет, там очень опасно ходить туда. А по дороге бежать. Это при том, что если, например, мы наберем там пару леек воды, святой рюкзак сложим. Сколько там? 24 рюкзак, значит. А лейка с водой сколько? 4 килограмма, наверное. Ну, вот мы наложим этих леек, ведер. Все равно на эти 20 грядок наших этого не хватит. Надо пару заходов делать. А по времени, вот я его сейчас засек, входит минута, больше минуты, чтобы добраться от озера и до дома, до нашей фермы. Вот как-то так. В этот сегодня я еще не поливал, кстати, грядки. То есть это было уже вчера, когда поливал. Сейчас наш поспал. Давайте посмотрим. Информация. Здоровье болезненное. Хорошо полит. А почему оно болезненное? Здесь что? Зеленая. Болезнь нет. Хорошо полита. Почему болезненная? А остальная клубника что? Здоровая. Но здоровье какое-то уже такое. Не совсем зелененькое. Здоровое. Потому что у капусты, вот мы посмотрим, зеленое здоровье. Написано здоровье зеленое. Там написано здоровье здоровое. Здоровье здоровое или что? Подожди. Да, там, тут здесь здоровье здоровое, а там здоровье зеленое. Что-то у меня взрыв мозга какой-то происходит. Но мне не нравится, что оно заболело, болезненное. Сейчас как раз буду уже серию заканчивать. Надо будет на досуге посмотреть, как это все лечить. Болезнь. Только посадили, уже заболело. Что-то беспорядок.
Пойдем сейчас перекусим. Кстати, у нас, по-моему, оставались еще ягодки. Да, ягодка свежая. Ну, давай в хомяч. Тем более он слегка проголодался. Можно и тем же собирательством жить, получается. При том, что мы еще пока не ставили ловушек для животинок. Давай сардины тоже заточи. Мясо поставлю сейчас в холодильник. Все. Значит, сейчас еще надо, правда, покурить ему. Ну, как я и говорил, он два раза в день курит. Мяско в холодильник ставь. Ну и мы пойдем тогда спать. Значит, на этом пока все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.